Женя. Мама, это нам Костя дал, угостил, и я поделила напополам. Ага. Разделила, это пахлава, и внутри там мелкий такой, как пыльца, дробленый орешек. Ага. Очень вкусный, сладкий, с чаем. А может, много нам? Господи. Мам, я так же сама половину себе оставила. Нет, ну тебе чуть-чуть бы больше можно. Мам, ну, я взяла, говорю, попробуем, если понравится, будете это. Пахлава. Ну, потом закажем. Я. Да, ага. Мама. Краска, масло, все вам. А вот цы попробуйте. Это я взяла себе домой и вам. Орешки, камилочкины любимые, кесью. Ну подожди. Так вы никогда не ели такие. Не, вообще. Кесью, кесью она любит, кесью. А, что вы привозили? Нет, ты знаешь, Наташа, вот это в советские косточки. Времена. Ага. Вот в Константиновке, когда в кондитерской, вот это мы вот такое дробили, угу. И была пирожная лакомка. И сверху да, посыпали, сверху да? Посыпали, да. Ага. Может вот именно, быть. Что я помню, вот, что такие, без проблем они были. Они очень вкусные. Ну, помного наешь ты, бо я какого не наелась, так аж плохо было. А, по чуть-чуть. Зубов нету, я не мама, знаю, они что-то. Мягкие, они какие-то вот не такие. Попробуйте. Попробуем, да. Ага. Так. Очки, а ну давай, мири очки. А ну-ка, очки, интересно. Ага, а ну давай, очки, проверяй. Сейчас я проверю свои, вот там есть. Так, ну ясно, все я вижу. Видишь, да, может надо было и меньше брать или нет? Не-не-не, так, не меньше, мне кажется, даже нормально, потому что, мне кажется, вот дай мне теперь мои вот эти. А где мусорное ведро? О, где картошка там, в этом. Да. А ну-ка, что я сейчас... Кесью. Так, ну вот тут надо мне, значит, так, трошки прищуриваться. Ага, да? Ага. Ясно, что уже не топать. Может тебе их, а ну-ка. На. Это же не может. Да, может дедушка или дедушка без не, очков. Не, дедушка. Ага. Без очков. Да не, он если что, ну нормальное. Видно? Ну, да. Чипогано все равно. Не, видно, да. Но мне кажется, Кольга давала тройку, вроде было резче. Ну, видно, видно. Видно. Видно, да? Да? А ну-ка, сейчас мне как вот надо ответ, если где-то, о, тут, а то сейчас я начну, о, не, видно, видно. Ну и все, да, хорошо. Не, хорошая, ну что, как? Орешек разжевал? Что? Еще гонять, да? Гоняю. А, он же в него зубы. Ой, ма, они у тебя такие поцарапанные, как ты в них вот увидишь? Что? Поцарапанные, или нет? Да я же давно их не смотрю. А, то их надо натереть, вот у резкости немає. Да не, ну все равно. Водичка будет сегодня, да? Ну, дивіться. Так, ну давай деду мерять сразу. Так, я думаю, вони будуть малі, мама, не на тебе, ну, дедушка, ну, пробуй, ну. Ну, а як ви казали, що Костя? Мама, ну, от розмір написано 42-43. Ну, вони маломерки йдуть. Ага. Та я ж віжу дедушкин тапок, а ну, пригай, а ну. Та нормально. Та ні, п'ятка висить. А ну, давай. Ну-ка, одівай. Давай, а ну, хоп. Не, не, не. Да, больше надо размер, да. Видишь, уже цепляется. Угу. Не, ага, не, да? Вот да. Это такие вот хорошие. Вот видишь, мам, а ну попробуй тебе вот один. Да я что? Ну я знаю, ты в этих... Вот они да, такие... А, так, ну что, тебе вот купили. Тот раз бабушке Гале покажи, сколько тебе Аня купила. Спасибо. Филворда. Я говорила, Аня, ну парочку возьми хвост. Да, ну, мам, ну что каждый раз ей ехать за ними, ну вот... Ясно. А поехала, купила да, 10 филвордов. Не перерешать их. Не перерешать. Да, эти рыбу, да, чистить? Да, будем. Давай ее с этой. Игоречек привет, а сама все. Привезет еще, да? Еще привезет. Вот эти надо посрезать. Это, ну, это хорошая, это большая. Ну, я не знаю, девочки вписали, что надо аккуратно, да? А, чтоб, о, дедушка аккуратно. Снял. А ну. Ну да, я, чтоб не погнулась, да? Там, мне кажется, такая она плотненькая, ну плотная, глянь. Плотная, хорошо. Да не, ну ты что, плотная, нормальная. Хорошая, вот так нормально. шкряб, да? И она, знаешь, а как вы мне кричали, бери, да? Бери. Мама тут кричали тебе, бери. Она и тут, ага. Мам, штаны папины принесли. Ага. Дедушка, будешь мерять? И а носки, нет, мама, тебе. Мерять, а бабушка готовит снова вот эти вот... Эчпучмак, да. Треугольнички будет сейчас запекать. Да, Вамся, как ты липишь. Я ага. Посмотрю и себе буду так лепить. Ага, так, наверное, буду так брать ручкой. Ага. Вот так положила. Угу. И треугольничком, да? Расплескала, потом тут стулила.
Угу. И тут стулила, а потом уже делаешь как красивенько, чтобы было. Ой, хорошо. Ой, тут легко. И все. Ну да. И татарское эчпучмак готовый. Хорошо. А ты их потом смазываешь яйцом, ну, да, тогда, да? Как это самое. Я вот сложу сюда. На противень, да? Сейчас я так сложу. А потом, ага, может, оно что-то разлепится, я потом еще подлеплю. Ага. Ну, лучше, чем это жарить, да? И в духовочке запекается, и хорошо. Да, там же соль. Что ты говоришь? Тебе фарш попробовать на соль? Ну да, я так думаю. Тот раз, говорят, лука должно быть много. Да, у тебя лука много. А я этот раз много положила. Угу. Лук, картошечка, да? Да, свининка, лук, картошка, это? Свинина, да. Именно татарские, со свинины. Они ж не едят свинину. Ну, со свинина не. Они курочку едят, говядину едят. Ну, видишь. А у нас украинские, да? У нас, да, наши. Да. Да не, вроде на сульма нормально. Да, я думаю, нормально, потому что я раз, второй раз. Тот раз... Она пишет, сколько лука. Ну, чуть-чуть бы добавила. Да? Сейчас. Угу. Сейчас мы... Давай, подсолю. А я помешаю. А ты помешаешь. Да, это угу. Чуть-чуть. Мам, на килограмм фарша чайная ложка соли. Мне девочки научили. А тут же получается... Ну, на полкилограмма пол чайной ложечки тогда. Ну да, там это самое. Мы же... Так, надо так вот. Ага. Просто же, знаешь, 40... Вчера мы готовили, мама, рыбу. Скумбрию цюнасоли. Дуже нам понравилось. А так... ты одну или... Две. Мы одну съели с Женей, и я наелась. А он начал, мам, еще вторую, и половинку второй съел. Мне очень понравилось. А я... скажи мне, ты ее почистила, голову убрала, да, посолила? Да, да, да. Нет, я ее почистила, все, голову, кишки, все убрала, хорошо бумажными полотенцами, ага, высушила, надо хорошо высушивать. Угу. И выкладывала вот так, брюшком вот так ставила в соль. Угу. Спинка вверх, животиком вниз, да. Но предварительно я внутри ее чуть-чуть подсолила. Вот внутренность, угу, вот так чуть-чуть. И все, смотрю, в интернете там 35 минут запекают. Но я посмотрела на ее спинки, цвет был такой, знаешь, незажаренный такой. Угу. И почти она 55 минут у нас запекалась. Но объедение очень вкусно. Вот и папе понравится, и тебе понравится. Попробуй одну приготовь. Так, наши... Эчпуч. Пучмак подошли. Сейчас яйцом смажем и это, и в духовочку. И в духовочку. Мама говорит, какие гарни ути, да? Ну, силиконовые. Да. А помнишь раньше, ну, я ты помазком мазала? Помазком, да. Помазок, а еще перышками мазали, перьями. Ну, перышками, это уже мои батьки. Батьки, да, вот бабушки, да, мазали. Картошина здорова, а какая? Ой, а мы лук спасали ваш. Чего? Но Женя ж не захотел его убирать в подвал. Сказал, он там порастет. И он мне в пакете, я убрала, и он там стоял. А потом думаю, а он там пропадает. Мы как достали, а там, ну, 3 или 4 луковички выкинула. Потому что фильтр надо почистить. Не, я чистю без конца. Надо его мыть, они забиты просто. Хорошо. Она... И этот, ага, и я почистила. Почистила. Ага. Лучок перебрала весь. И там, может, 4 максимум или. Сгнили или поросли? Поросли и сгнили. А так все нормально. Наташа, это что в целлофановом пакете? Да, забыли? Да, я его в коробку переложила, он постоял 2 дня, просох, а потом убрала в мой контейнер, там, где лук храню, и чуть-чуть маленькую коробочку, ну, просто да, бумажную сложила. А это ты имеешь в виду, он был, где он находился в пакете? На балконе или... Не, на балконе ж холодно, в этом, у той, в зелененькой моей. В смысле, что зелененькая? Ну, там, в выдвижном шкафу. Ну, не на... Не в гараже ж, нет? Не, дома, в квартире. Порезала. Мама угостила соседка. Она приехала с Германии. Нарезали вот такую колбаску. Ну, погано, я тебе скажу, добренько. И сыр. Камамбер. Вкусно. Там бумажка у тебя. Он как бри похож тоже. Так, спеклись наши... Эчпуч, Женя, твои татарские. Эчпучмак? Да. Ой, я даже не знаю. А Женя скажет, свинину мы не едим. Да, ага.
и хвостик. Еще мы потом потрусим и на низ поставим. Да, 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 хорошо. И на низ поставим все так. Эти... Хорошо, эти тоже переложим. Сейчас я поставлю. Молодцы. Мы еще даже отобедаем с родителями. Отобедаем. Я же им сидра привезла. Будем сидр пить, пробовать. Они хотели попробовать сидр. Такой и такой. Яблочный. Яблоко. Смак яблока. А потом с чаем попробуем. Пусть родители попробуют. Мы вчера почти все, ну там чуть-чуть осталось, да, все съели. Угу. Так, дедушка, проходи. Так, девчонки, кто спрашивал по поводу вот этих вот накидок на диван и на кресло? Как они выглядят? Ну, вот так они выглядят. Единственное, вот тут, видите, как немножечко, как есть, позатиралось. Но не везде. Тут спинка нормальная и сидушка нормальная, вам скажу. Можно вот так приподнять, оно тогда, видите, как становится этими квадратичками. Вот. Нормальные чехлы, отлично. На кресло, на диванчик закрывать хорошо. Мама говорит, она очень довольна, очень. Да? Вот это я их была простирала. Ну, замечательно. Угу. Я вспомню, как я тогда мучилась. Сюда надо положить, сюда положить. Да, ну да, да, ну, хорошо. Красивенькие, пахучие такие. А, вот это с этой стороны. Пахнет вкусненько. Сколько? 40 минут выпекать, да? 40-45. 40-45 минут. Да будет себе приготовить такие. Ага, ладненько. Неси, Владимир. Да давай я отнесу. Так, а хлеб нам надо, че не надо? Да не, не надо. Хлеб, можешь чем-то, на чем-то. Не надо, не, не надо хлеб. Вот так. А Женя тут ремонтировал, полы забивал. У мамы, получается, на первом этаже, внизу, в общем, там все коммуникации, трубы меняли, воду, ну, трубы меняли. В общем, пришлось тут забивать полы, ремонтировать. Да? Ну, я так, у нас такой прекрасный ужин. Угу. Обед, да, у нас? Обед. Ага. Давай, мы с мамой будем пробовать сидр грушовый. Угу. Ой, ма, пахнет так вкусно. Да? Как, ага, как ситро. Как да? Ситро. Угу. Мальчики чуть-чуть конечку тяпнут. Да? За встречу. Ага. Хорошо, да? За все, что дождались Женю, что Женя все хвосты наши все сделал, да? Все сделал. Давай. Я прям хоть записывала, ну, запомнила. Так, бабушка, а зеркало чуть не забыла. А так Женя все сделала. То ага. сделал, то да? сделал. Все, давай. Зажи, будем можно. Чай пить, да, с пахлавой? Ага. Пробовать. Бери, пробуй. Дедушка, мы с чаечком, да? Сладючая, да? Я. Сладко? Вкуснятина. Вкуснятина, да? Ой, вкусная. Какая вкуснятина, страшно. Так, возьми для пробы маленькую. Вот это. Ой, да они мам все одинаковые. Оно все. Не, оно ж порезано так. Да, ну, порезано. Да ты что? Так он и ела. А мне тут как это. Угу. Ой, очень вкусная. Вкусная, страшная. Вкусно. Вкусно. С орешками. Да. Угу. Вот это первый раз ем настоящую. А то возьму, думаю, ну что там оно хвалит. Оно мягенькое, да, вот хорошее. А чувствуется орех и мед. Вот угу. С морем вообще не сравнится пахлава. Софии тоже вчера понравилось. Так я вроде мед не люблю, но здесь прям вкусно было очень. Ну, маме да. очень понравилось. Очень Анечка, вкусненько. А бабушке с дедушкой понравилось ну, очень. Ну, я бы коробку потом взяли. А, очень хорошая, очень угу. вкусная, хорошая. Да Костик угостил да. вас. Ой. Нас, вас. Хорошо. Спасибо вам, что вы нас угостили. Доброе, хорошо. Спасибо, такое что страшное дело. Дедушка. Все, девочки, пока-пока. Софиечка остается с бабушкой. Бабушка, ой, София. Как немножко выше. Да, все, давайте. Все. Да. Все, пока, дедушка. Пока. Пока, все, до свидания. Все, давайте. Спасибо вам за все. Все, давайте, пока. Давай.